Если вы думаете, что все без исключения удобрения, которые продаются в садоводческих магазинах, вредны и опасны для нашего здоровья и окружающей среды, вы ошибаетесь. Дело в том, что среди них есть также биологические средства, которые производятся исключительно из натуральных компонентов. Одним из них является гумат калия. Сегодня мы расскажем об этом препарате и его влиянии на посадки сладкого перца. Как следует из названия, в составе гумата калия присутствует калий, а также азот, фосфор и гуминовые кислоты. Они стимулируют развитие корневой системы и вегетативной массы, устраняют пожелтение листьев, укрепляют иммунитет, повышают устойчивость к изменяющимся условиям окружающей среды, улучшают сопротивляемость болезням и атакам насекомых-вредителей, помогают питательным веществам полностью усваиваться, обогащают грунт, увеличивают урожайность и положительно влияют на вкус, размер и внешний вид плодов. Гумат калия – это мощный стимулятор роста, который подходит всем растениям, в том числе и сладкому перцу. Итак, 3 столовые ложки препарата растворяем в 10 литрах отстоянной воды, полученное удобрение используем для корневых полива. На один куст требуется около 500 мл жидкости. Обработку проводим на предварительно увлажненную почву около 2 раз с интервалом в 2 недели.